Майк, дай лапку. Молодец. Еще раз дай лапку. Молодец. Покажи, какая тут беда. Тут целая прям экзема. Оно уже прям капец-капец, малыш. Разлезал. Такая деловая колбаса. Лежит себе на солнышке, загорает, лапки сложила. И все время она здесь на солнышке контролирует ситуацию. Я даже не закрываю дверь. Рокки, покажись, покажись, что ты тоже здесь есть. Чтоб в любой момент могли выскочить на улицу, подышать... Вот так вот подышать воздушочком. Вы такие заботливые мы. Переживаем за этого бедолагу, который вот так вот сильно себе стоять. Такую огромную рану себе опять разлезал бедолага. Майк, сидеть. Молодец. Я не знаю, как нам тут пройти, чтобы лапы не намочить. Майк, ко мне. Майк, я не знаю, как тут нам проскочить, в какую сторону. Давай, стоп, Майки, аккуратно. Иди сюда, ко мне, Майк, ко мне. Нам сейчас плитку делают, асфальт кладут. Очень грязно для лапок, мягко скажем. Да. Ку-ку, привет, красотка. Ты же мой мячик. А как зовут? Дора. Красотка, ты чего такая взволнованная? Майки, а ну будь джентльменом, выйди с кустов, что ты спрятался? Так истинная девочка, стеснительная, правильно? Нет, она просто знает стиль. Так это значит стратегия. Да, мы там бегаем с мячиком. И, в принципе, уже тихо-тихо мячик. Ой, попытка попу понюхать неудачно. Не получается нам поохотиться. Да. Подождем, пока привыкнут. Нет, не привыкаем. Приятной прогулочки. Да, и вам. Эх, доберманчик не оценила нашего мужичка. Ну окей, топаем дальше в ветклинику, еще не дотопали. Пока мы идем в ветклинику, я вам покажу кадры, что сегодня ночью произошло в Харькове. Именно возле нашего дома на Рымарской. Сейчас надо где-то искать тысячку. Именно там, где прошло все детство Майка. Там, где у нас начался канал. Там, где появился и Рокки, и Лекси. Прямо на улице Рымарская, возле нашего дома в Харькове, был такой прилетище. Просто разворотило всю улицу. Мы уже дотопали и сейчас будем заходить в доверие. Находится на Ломоносова 58. Что-то они очень долго затянули с вывеской. Под видео, конечно же, оставлю ссылочки, контакты доверия и Харькова, и Киева в описании. Но те, кто из Киева, у меня все время спрашивают, а какой у них адрес, что-то мы их не можем найти. Именно Ломоносова 58. Пока еще вывески именно ветклиники доверия нет, просто зоомагазин. Через него проходите, и вы уже у наших спасителей. Не-не-не, Майки, для кого? Для кого это подсказка? Ты что, не играл в казаки-разбойники? Давай, вперед, по стрелочкам. Надо идти по стрелочкам, иди по лапкам. Давай, шуруй, братанчик, шуруй. И пришли. У нас в очередной раз он разлезал себе лапу. Да, как-то прям вообще что-то по-страшному так ее прям разлезал. Это как аллергическая реакция. То есть, но он сейчас ничего не ест, ничего такого, кроме корма? Оказывается, какие-то вкусняшки кто-то тебе давал, да? Или где-то тырил ты у нас вкусняшки, и вот такая вот у нас аллергическая реакция. Ну шо, все, теперь терпи. Кайфанул, что-то пожевал, теперь терпи. Подержать, нет? Все хорошо, Майки, все хорошо. Потерпи чуть-чуть. Чтобы было удобнее обрабатывать, чтобы эта ранка не разрасталась еще больше, мы сейчас подбреем и будем все это аккуратненько смазывать. Даже не сопротивляется, лежит уже на опыте. Ну да, да, знаю, мой профтык. У него вот прям вот здесь точечка, оно прям такое, прям мяско уже. Если здесь, мне кажется, просто это кожица, да? То вот здесь прям уже мясо разлезал. Просто языком. Вы представляете, вот так вот собака может просто языком себе развязать практически сквозную пулю, да? Отбежал в другой угол, думаешь, тебя не поймаем, да? Думал, такой деловой, спрятался. Если отвернулся к нам попой, то думаешь, тебя никто не видит. Если нас не видишь, то все, спрятался, малыш. Молодец, не переживай. Умница. Все. Понял, что от него уже все сделали, теперь можно все понюхать, поизучать. Деловая колбаса уже. Пойдем домой, будем тебя обрабатывать, лечить. Все, Майки подсядет, теперь будет на дозе зависать. А это и была цель, разлезать лапу, чтобы до таблеток добраться. Бодренькие, спешим домой, но Лера себя очень плохо чувствует, поэтому нужно еще в аптеку заскочить. Так, в одной аптеке не было, войдем еще в эту. Мне каждый раз, если честно, так неловко заходить в какие-то помещения, когда я захожу именно с собакой.
Но я зашел и в одну аптеку пустили, вообще ничего не сказали. И во вторую аптеку зашел и ничего не сказали. Ну, прям очень-очень-очень радует вот этот вот pet-friendly или понимание, что человек заходит в аптеку не просто так, а что-то нужно для здоровья, и не начинают выделывать. Типа фу-фу-фу, с собаками нельзя, хотя ведь наверняка с питомцами это действительно не гигиенично. Но, тем не менее, с пониманием. Люди с пониманием относятся. Это очень приятно радует. И в эту же ночь это ужасающая новость в Херсоне с дамбой, с ее разрушением и с таким количеством бед, просто тысячи жизней. И людей, и животных, которые сейчас тонут с зоопарка. Животные, которые тонут просто под... Вот такие дела у нас плохие. Достаем последние вещи, які уцелили. Вода уже почти под потолком. На нем было там спать было удобно. Вот такие вот у нас дела веселые. Да. Водичка поднялась. Здорово. Да. Весело. Вот такие вот дела. Ну ничего. Давай, домик. Будем. Прощай. Я обращаюсь именно к людям. К думающим, осознанным, именно людям с сердцем. Мои друзья сейчас уже выехали помогать и с эвакуацией, и людям, и животных. Животные тонут, им нужно оказать неотложную медицинскую помощь. Питание, укрытие, все ссылки, все реквизиты оставляю в описании под видео. Поддержите абсолютно любой суммой финансово, она нужна экстренно. Если вы не можете помочь финансово, то просто перешлите это видео своим друзьям. Даже таким действием, что вы просто переслали это видео своим друзьям, вы реально можете спасти жизни людей и животных. Это очень важно. Мои друзья все максимально прозрачно, все показывают, все демонстрируют. Они лично везут гуманитарную помощь, лично будут эвакуировать. Как они могут справиться, эти четырехногие, без поддержки людей? Когда другие мрази организовали им такой ад, а не жизнь. Просто ад. Майки узнал машину, сразу активизировался из-за того, что у нас на улице кладут асфальт. Мы пока не можем заехать. Не можем заехать во двор, поэтому здесь пока остановились. И теперь бы нам эту ранку еще как-то не намочить. Стоп. Давай, прыжок. Проходи, молодец. Судя по отпечаткам ног, не получилось пройти ювелирно. Кто теперь с грязными лапками идет в дом, а? Следы-то палят тебя. Сейчас Лера тебе навешает. Вот такой вот мощненький монстр идет в помощь бойцам. Уже 5 четырехколесых монстров отправил в помощь. Да, ну и в целом мы продолжаем помогать. И хотел донести мысль, что если кто-то там где-то думает, что мы выдохлись, мы уменьшаем помощь, я имею в виду все жители Украины, то, увы, вы ошибаетесь, потому что наших силенок хватит до самой победы. Мы будем покупать и привозить еще много-много пикапчиков, оружия, гуманитарной помощи и всего для победы. Именно, подписываюсь под каждым словом. Сейчас этот монстр будет покрашен и сразу же будет передаваться. Как тебе с праворульным движением? Очень непривычно, честно говоря, но я чувствую себя сейчас Шерлоком Холмсом или каким-то английским бароном, который ездит где-то по префектуре Англии. Но быстро привыкаешь на самом деле. Да и на фронт. Главное, чтобы она не стала где-то в поле, а добро и долго служила нашим военным. А остальное, правый руль, левый руль, автомат, ручная коробка, абсолютно неважно. Главное, чтобы она в трудную минуту вытаскивала наших ребят.